Орловский здесь, и сегодня хочу поделиться с вами невероятно прибыльной схемой заработка в интернете. Самое главное, что не требуется никаких вложений, никаких навыков. И досмотрев это видео до конца, вы сможете зарабатывать прямо сейчас. И доступна она в любой стране мира. А бонусом для своих подписчиков я хочу сказать, что если под этим видео наберется много лайков, комментариев и подписок, то я специально для вас куплю и солью приватную схему заработка в интернете абсолютно бесплатно. Поэтому убедитесь, что у вас пожаты все кнопки лайк, подписка, обязательно колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик, и вы написали какой-нибудь комментарий. В принципе, если вы досмотрите это видео до конца, вы и сами не заметите, как вы и подпишетесь на канал, и лайк поставите, и комментарий хороший напишите. Поэтому прошу вас заранее сделать все это, убедитесь, что вас ничего не отвлекает, и сразу после просмотра этого видео начните зарабатывать вместе со мной. Ну что ж, погнали. Ну что ж, вот мы попали на сайт для заработка. Не переживайте, что здесь все на английском, потому что знание английского нам совсем не потребуется. Мы будем выполнять совсем простые действия, и нам будет достаточно просто кнопки перевести на русский. Все. Смотрите это видео внимательно, и мы разберем все от этапа регистрации и до начала заработка. Не пропустите ни одного шага, потому что, возможно, у вас будут вопросы, но в этом видео я все объясняю пошагово. На этом сайте вы можете не только заработать, но и рекламировать какие-то свои продукты, товары, и ваши задания будут также выполнять. Наша цель сегодня только заработать. Ну что, смотрите, здесь происходит уже несколько различных вариантов оплаты. Visa и MasterCard нам больше всего подходят. Также я советовал вам в одном из своих роликов, а точнее в самом первом про заработок, зарегистрировать аккаунт PayPal, дабы у вас не возникло никаких проблем с выводом. Ну, я думаю, карты Visa и MasterCard есть почти у всех. Если нет, то PayPal проблем не составит зарегистрировать. Итак, за регистрацию нам уже дают бонус в целых 0,75 центов. А это, если учесть на русские рубли, целых 46 рублей 57 копеек, что уже достаточно много, просто за то, что мы зарегистрировали, понимаете? Ну что ж, давайте пойдем к регистрации. Если вы будете на английском, то у вас будет вот здесь New Users Sign Up, это регистрация. Но у нас, конечно же, на русском, и новые пользователи, регистрация. Давайте зарегистрируемся. Фамилия, имя, отчество у нас здесь спрашивает. Но мы, к примеру, напишем, давайте я зарегистрируюсь еще раз, специально для вас, свои данные, вот фамилия и имя нам вполне будет достаточно. Пишем их на английском. Также нам нужно будет ввести электронную почту, свою обязательно, потому что на нее придет письмо с подтверждением о регистрации. Вот я уже подготовил свою почту, вписываем. Следом нам нужно будет составить свой пароль. А страну проживания мы указываем свою. Потому что здесь зарабатывать можно практически с любой страны. Вот Беларусь, Украина, как вы можете заметить, есть Беларусь, Украина. Но нам нужно будет выбрать, конечно же, Россия. Тут написано Российская Федерация, мы выбираем свою страну. И тут нужно нам придумать секретный вопрос. Секретный вопрос давайте придумаем на английском. К примеру, how old are you? How old are you? Это сколько тебе лет? Давайте напишем 2020. Все, это наш секретный вопрос. Я думаю, он вам не понадобится, потому что у вас есть почта. Если вы забудете пароль, вы сможете его спокойно восстановить. Прозвище – это ваш никнейм на данном сайте. Вот в данной вкладке мы пишем, например, вот я зарабатываю, как я писал первый раз при регистрации, и создаем свой аккаунт. Нам заплатят сейчас за регистрацию 75 центов. Переходим на нашу электронную почту. Смотрите, письмо у меня пришло во вкладку «Важные». То есть во входящих его нету, оно пришло во вкладку «Важные». Вот. Мы копируем вот эту ссылочку. Можете ее не копировать, просто я вам показываю ее с другого браузера. Поэтому я скопирую. Все, вставляем ее. И вуаля, наш аккаунт создан. Нас не обманули, нам сплатили 75 центов за то, что мы просто зарегистрировались на этом сайте. И нам нужна будет, по сути, только одна вкладочка с это. Вкладка называется «Небольшая работа». На английском она будет называться «Small Jobs». Чуть позже в видео я вам покажу, сколько я здесь заработал, всего лишь за 10 минут, и вы сами посмотрите на этот доход. Я покажу вам с другого аккаунта, этот аккаунт мы только что зарегистрировали, поэтому здесь всего лишь 75 центов. И тут у нас очень простые задания, за которые платят очень много денег. К примеру, вот приложение для Android скачать и установить, и нам заплатит целых
20 центов за это простое задание. Оно только что добавилось. Также здесь можно выбрать задания, высокооплачиваемые или самые новые. Давайте нажмем высокооплачиваемые. В принципе, они все высокооплачиваемые. К примеру, самая маленькая сумма, которую вам может достаться за простые действия, это 1 рубль 24 копейки, если быть точнее. Всего лишь за пару кликов. Ничего сложного здесь нету, поэтому смотрите внимательно. Так, давайте посмотрим вот задание за 0,70 долларов. 0,70 долларов это у нас 43 рубля. За пару кликов, я вам серьезно говорю. Здесь ничего сложного у нас не будет. Давайте посмотрим, что предлагает на этом задании и как оно вообще выглядит. Также к новому зарегистрированному аккаунту у нас нужно будет написать, точнее, город, в котором вы находитесь. Давайте поставим male это мужчина, female это женщина. Город Москва. Москва написали. Вписываем дату рождения, к примеру, какую хотите. Все, больше нам ничего не требуется делать. Visit веб-сайт, то есть посетите веб-сайт и нажмите один клик, все. Вам за это заплатят 0,03, 1 рубль 86 копеек. Что ж, смотрим задание, за которое нам платят 43 рубля. Что нам нужно делать? Мы заходим, вот здесь у нас написано, что мы должны сделать по пунктам. Тут 7 пунктов, не переживайте, они очень простые, просто здесь расписано подробно, чтобы вы не допустили ошибки в выполнении заданий. Мы переходим на сайт, скачиваем приложение на Android или iOS устройство, вводим свой номер телефона и отправляем проверочный код. Реферальный код вписываем BATAVA, нажимаем на иконку банка. Далее мы заполняем регистрационную форму с помощью ID там, или карты, как угодно вам, вы можете его заполнить. То есть форму с простыми реквизитами вашего имени. Не обязательно паспорт, можно ID, вы все поймете. Это займет всего лишь одну минуту. Следующим этапом мы должны поговорить с банком, то есть начать чат с этим банком. Проходим верификацию. Как мы проходим верификацию? У нас просто спрашивает работник, клерк это работник, который сидит в чате, то есть, как если по-русски сказать, диспетчер, который сидит за общением и общается с людьми. Спросит о имени, дате рождения, занимает не больше 3 минут. А после успешной проверки задача будет выполнена. То есть проходит еще пару минут, и вы подтверждаете свою личность. Ваше имя в настройках приложения, чтобы доказать. Пишем свое имя в настройках приложения. Доказываем это. И делаем скриншот просто. И скидываем, прикрепляем сюда. Можно прикрепить, к примеру, какой-нибудь сайт его и скинуть ссылочку на скриншот. Ничего сложного нет. Здесь куча заданий, вы сможете выбрать наиболее подходящие для вас задания, поэтому не переживайте. Вы сможете на нем зарабатывать. Здесь кучу заданий, и они просто не останавливаются. Каждый раз будут новые задания. Давайте посмотрим. Gmail, создание аккаунта плюс бонус. За создание аккаунта Gmail нам дадут 0,08 долларов. Это у нас 4 рубля, то есть 5 рублей за создание аккаунта Gmail. Я здесь, кстати, видел создание аккаунта YouTube Gmail за 16 рублей, за 12 рублей. Давайте посмотрим и попытаемся найти какое-нибудь такое задание. Вот, мы нашли задание YouTube Create Account. То есть на YouTube создать аккаунт. Нам за него заплатят 11 центов. Как видите, задание выполнило очень много человек уже, то есть 1000 человек и 8 из 1105, то есть мы можем еще его выполнять. За это нам платят 11 центов, 11 центов это 6 рублей, почти 7 рублей, просто за то, что вы зарегистрировали аккаунт YouTube. Давайте попробуем выполнить это задание и заберем с этого прибыль. Ничего сложного от вас не требуется, вы спокойно сможете делать на этом сайте до 500 рублей за 30 минут, я вам не шучу. Давайте создадим аккаунт на YouTube и заберем прибыль. С этого задания мы его выполним. Для того, чтобы нам это задание как бы перешло к нам, мы нажимаем кнопку «Я принимаю это задание». Все. Если вам не интересно это задание, мы нажимаем «Не заинтересован в этой работе». Все. Оно вам показываться не будет. «Я принимаю это задание». Все. Наше задание принялось. Теперь мы приходим на вкладку регистрации YouTube. Создаем сначала почту и регистрируем YouTube. Вот мы на вкладке accounts.google.com, и мы должны создать аккаунт. Создаем аккаунт. Все, теперь мы создали свой Google аккаунт, и нам нужно создать YouTube аккаунт. Как же это делается? После того, как мы создали Google аккаунт, мы заходим вот сюда и нажимаем Create a Channel, создать канал. Все, создаем, выбираем
имя аккаунта, и аккаунт успешно создан. Все, вот наш канал, мы его только что создали. Теперь мы смотрим, что от нас требовалось в этом задании. Адрес Gmail, пароль, восстановление адреса электронной почты, ссылка на созданный канал. Так, смотрите, вот мы вписали свой Gmail, который что мы только что создали, пароль от этого аккаунта и Gmail для восстановления этого канала. Можете написать вот этот же Gmail, или если вы указали другой, можете указать другой. Это уже как вы сами сделали. Следом нам нужно указать ссылку на созданный аккаунт YouTube. Это ссылка на аккаунт YouTube. И все, мы выполнили это задание. Если бы я вам не рассказывал так все подробно, как надо, вы выполнили бы это задание всего лишь бы за 2 минуты. За 2 минуты вы смогли бы получить 11 центов. А это у нас почти 7 рублей, как вы можете заметить. 7 рублей за 2 минуты. Подтверждаем, что мы выполнили это задание, и нажимаем вот эту прекрасную кнопку. Нас поздравляют, спасибо за выполненную работу. Приложение Android скачать и установить. 20 центов, я уже его показывал, но платит достаточно много. Тут много таких заданий, кстати, возможно, я вам еще его не показывал. Вот, то есть мы просто скачиваем два приложения, устанавливаем его, и получаем 20, то есть уже 60, а 60 центов это у нас 37 рублей за 3 приложения. Сложно? Думаю, нет. Поэтому вы спокойно сможете делать здесь за 30 минут до 500 рублей без каких-либо сильных действий. Просто кликать, где-то нажать на клавиатуру и все. Сидите на жопе ровно и не напрягайтесь. И задание у вас засчитывается, вы получаете деньги и выводите на свой кошелек PayPal, Visa или MasterCard. Можете даже биткоины вывести, как вам угодно. Вот, я зашел уже на свой аккаунт. Как можете заметить, совсем другой логин и почта. Смотрите, здесь у меня на балансе $3.89 на данный момент. Заработал я их всего лишь за 10 минут. Также одно задание на рассмотрение на 38 центов. То есть таким образом я могу сказать, что я заработал за 10 минут 241 рубль. И прибавим к этому еще 38 центов. Еще 23 рубля. То есть делаем выводы, что мы заработали около 260 рублей всего лишь за 10 минут. Поэтому, если вы даже еще не умеете на нем зарабатывать, на этом сайте, самое время начать зарабатывать, выполняя очень легкие и простые задания. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, то вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, нажмите колокольчик обязательно. Также оставляйте свои комментарии, ссылка на этот сайт будет в описании. Не реферальная ссылка, не переживайте, мне не нужны от вас никакие деньги. Поэтому я просто делюсь с вами информацией, которую сам нахожу, и пробую новые способы заработка. Также, если на этом ролике будет много лайков, много подписок и комментариев, то я, как уже говорил в начале ролика, куплю для вас приватную схему заработка и солью для своих зрителей и подписчиков абсолютно бесплатно. Поэтому это повод подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Ну и, в принципе, лайки, там, комментарии приветствуются. Спасибо вам за просмотр. Желаю приятного вам и легкого заработка. Всем пока.